Ну что, привет, ребят. У нас сегодня строительство. Строительство, офигенное строительство. Я занимаюсь строительством. Самый главный принцип моей игры здесь, сами понимаете, чтобы показать вам, кто не знает суть этой игры, что же здесь, какие преимущества. И, то есть, вообще показать, что можно здесь сделать в этой игре. Так что, не торопите меня что-то там строить. Куда-то и к чему, потому что это тоже довольно интересно для начала разобраться во всем. Так, мне нужно... Стекло у меня есть, да, я насколько я понял? Подожди. Стекло у меня есть. Мне нужен титан. Так, что у меня в кармане? Много, да? Титана не хватает много. Титанчик нужен. Титанчик. Так, ночная прогулка, ночная вылазка. Кстати, под этим домиком я сейчас сделаю обязательно вот этот маяк поставлю, чтобы знать точно, где у меня дом находится, да? Определять, чтобы точно определять, где он есть у меня. А сейчас пока поищем титан. Так, титан, титан, титан. Скорее всего, он вот в этих вот... трубах можно его найти будет, по-любому. Вон он. Сейчас мы его отыщем. Свинец вместо титана. Титан вместо свинца. О, титанчик. Отлично. Больше титана нам лучше. Кстати, у меня, по-моему, где-то он навален целыми кучами, если честно. А может, я уже весь истратил. Скорее всего, да. Скорее всего, я там весь истратил как раз. Сейчас попробуем сделать... Для начала построить... Из этого всего что-то... Так, у меня кончается воздух. Запас кислорода подходит к концу. Уходим наверх. Черт, давай быстрей. Ёлки-палки, надо было взять с собой этот пузырь. Пузырь надо было подготовить. Я что-то не подумал совсем, что пузырь-то надо всегда с собой держать, да? Пускай пузырь здесь будет. Так. Ладно, титана мы немножко взяли, значит сейчас едем обратно, начинаем строиться тихонечко, так, я не тороплюсь, и поэтому будем сначала осваиваться в строительстве в режиме, в этом режиме, в режиме строительства, подумаем, что у нас вообще можно тут, о, еще и титану целую кучу набрал, кстати, титан у меня есть с собой, без всего прочего, да, то есть можно так строиться идти. Пойдем. Пойдем построимся немножко. Надо, кстати, побольше, наверное, платформ наделать. Я имею в виду фундаментов. Так. А вот еще, похоже, титан. Нет, не титан. Короче, где будем делать выход? Я думаю, что выход можно сделать вот где-нибудь... Вот давайте вот с этой стороны, да? Вот с этого выхода будет у нас выход. Ну. Давай. Строй уже, наконец. Шлюз для входа-выхода в базу. Отлично. И, короче, сразу сделаем комнату большую. Так, большая комната. Многоцелевая комната. Она можно разместить именно вот на... Как раз на полете. То есть не обязательно строить под нее фундамент. Кончился тут... титан кончился, похоже. Пойдем за титаном. Так, у меня хавчик, похоже, кончается, да? Вода, еда. Надо соль, наверное, набирать. Так, титан. Для начала наделаем титана. Побольше. Может быть, у меня титана не будет так много, да, пока? Здесь. Так, здесь у нас соль. Ну, соль нам даст вода. Воды даст нам соль. Нам нужна будет вода. Так, начнем. Закончим комнату. Многоцелевая она называется. Так, давай завершим ее. И нам нужна будет энергия, чтобы, то есть, когда мы войдем в шаттл в этот, в наше распоряжение, у нас там, вот, я могу войти в него, да, сейчас. Но тут воздуха нету. Воздуха нету, это говорит о том, что у нас нет энергии. Чтобы была энергия, нам нужно поставить, я думаю, где-то здесь, по-моему, если я не ошибаюсь, для начала солнечные батареи. Так, титан и кварц нужен. Опять же, титан и кварц. Титана не хватает, титана нужно много. Будем искать титан.
И кварц, конечно, найдем заодно. Кстати, кварц тут где-то валяется в больших количествах, а вот с титаном немножко посложнее будет, да? Потому что я уже все тут обыскал. Ну, я не собираюсь переделывать мир. Будет, мне кажется, интересно именно здесь, в этом старом, нашем уже привычном мире строиться. Конечно, можно было все пересоздать и начать игру заново, с нуля. Но как-то немножко нелогично. То, что мы уже начали что-то делать, мы уже начали как-то осваиваться здесь, в этом мире. Пускай не все получается хорошо. Так, давай кварцу насобираем. Кстати, можно сейчас уже водички побольше сделать. У меня, кстати, есть сейчас с собой. Так. Вода, вода, вода. Кругом вода. Есть место еще? Еще есть место. Надо поискать все-таки металл. Более-менее. Чтобы было много, да. Я просто знаю, что... Во, металл я в больших количествах растратил здесь. Будем потихоньку, не будем торопиться с поисками всех сразу ингредиентов одновременно. Как я начинал все сначала, сразу все сделать за одну секунду, это не очень хорошо, потому что... Так, ну-ка давай-ка я рыбку с собой возьму, хавальную рыбку. Сейчас приготовим рыбочку заодно. Так, кварц, титан... похаваем немножко, и можно будет воды еще на приготавливать чуть-чуть. Так, насчет воды. Так, здесь у меня есть кристаллы соли. Хорошо, хватит. Делаем, для начала сделаем воды. А, хлорку надо делать. Делаем хлорки. Хлорка раз. Хлорка два. Хлорка 3. Ну, запас у меня большой, сейчас воды будет. Не торопясь, но в то же время быстро получается у нас все. Кстати, можно даже воду не готовить в больших количествах, потому что можно еду приготовить. Я не помню точно, какая точно рыбка много воды дает. Но это плюс 5 воды, да? Это рыбка, вкусно. Ой, вкусно было. Так, что у нас? Титан. Распакуем титан. И сделаем солнечную батарею себе. Солнечная батарея, она будет работать только днем. Ночью, к сожалению, от этой солнечной батареи никакого эффекта не будет. Но есть другие преимущества, так, которые мы с вами и чуть-чуть попозже увидим. Так, солнечная батарея. Вот прямо вот здесь вот можно, наверху. Вот и все. И похоже, у нас сейчас появился вход. Насколько я могу. Смотри, слышите? Слышите этот звук? Ох. Система включена, наоборот. Aboard, о, я капитан. Да-да, я капитан. Welcome. Выпьем немножко водички. Так. Вот у нас комната, и, короче, давайте сразу в ней сделаем генератор нормальный, то есть генератор, который еще титана, блин, не хватает. Опять за титаном пойдем. Ну ладно, пошли за титаном тогда. И теперь я буду знать, что у меня здесь точно есть... кстати, кроме вот этого, что еще можем здесь сделать? Биореактор. Хорошая штука. Так, из оборудования. Из оборудования, табличка, настенный шкафчик, шкафчик, изготовитель. Мне довольно сложно до него добраться будет еще. Коммуникационный передатчик. Вот можно его поставить, и тогда он будет видно, что я здесь где-то нахожусь, да? Так, где он тут? Еще титана будем собирать. Много надо титана в этот раз. Он работает? Энергии много. Пока есть, днем. Днем она энергия есть. Так, что еще можно сделать? Как бы, ну ни на что пока не хватает, да? Кстати, шкафчик можно хороший сделать здесь. Опять же, нужен титан. Ладно, пойдем за титаном. Сейчас в больших количествах его надобываем. На все нужен титан. Будет для нас это открытием и откровением. На все нам нужен титан. И нам нужно много титана. И где его набрать так много, я...
Не знаю. Столько титана мы потеряли уже. А, вот тут сверху, да? Сверху, да? Если внутри был, значит, на поверхность этой штуки можно тоже насобирать целую кучу. Я не знаю, как это называется штука. Медь. У меня меди вообще немерено. Кстати, надо сразу же, наверное, сделать себе шкафчик, чтобы туда помещать большой шкафчик. Надо много титана будет. Сразу же с титаном начнем. А, можно сразу заготовки сделать было. Тех вещей, которые сделать. То есть я имею в виду контур тех вещей, которые нам нужны. Еще одна рыбка, ее тоже схавать можно. Давай, лови ты ее, лови, лови, лови. Есть. Можно будет ее захавать. Обязательно сейчас это сделаем. Что, все, да, тут кончился уже. А, вот еще нашел. Титана побольше, побольше титана. Самое главное, что нам титана нужно много. О, вон титан валяется. Уже готовый, уже подготовленный для нас. Уже ложить некуда, да? Черт, я заполнил. Ладно. Ладно, заполнил и запомнил все, что мы тут наделали. Так, вот тут вот обычно, да, вот в таких вот тоннелях классно искать именно титан. Так что будем знать. Передатчик почему-то не работает. Я коммутационный, я имею в виду, не понял. Вот еще целая куча титана он лежит. Это будем знать, что он тут у нас имеется. В этой стороне. На будущее. Далеко даже не отходя, я имею в виду, возле своего дома, как бы. Все рядышком. И, кстати, надо искать новые эти... новые ресурсы для изготовления новых предметов. Новых этих, как они называются-то? Так, подожди, давай хавчик заготовим. Новых рецептов для нашего... Так. Хавать, 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 хочу хавать. Очень хочу хавать. Так, ладно, пошли строить дальше. Сегодня у нас день строительства. Такой. Так, входим. Шлюз. Подготавливаем сразу же. Так. Это мы сделали. Тут нам надо сделать сейчас реактор. Сразу же реактор зафигачим. О. Преимущество реактора. Он хавает все подряд. То есть в него просто нужно закинуть всякую хрень, и можно с него получать дополнительную энергию, достаточное количество энергии. Так, что мы можем еще шкафчик наделать? Давай настенный шкафчик сразу зафигачим. Где-нибудь тут, где можно его сделать? А его вообще везде можно делать, да? Где угодно можно его зафигачить. Не обязательно у стенки. Так, ну тогда... здесь просто будут проходы вот с этой стороны и вот с этой стороны. Поэтому я их и не загромождаю вот это место. Все, сейчас сложим все сюда. Так, что можно переложить? Давай пока переложим сюда медь. Она нам пригодится, я думаю, в больших количествах, когда придет время. Но пока медь мы и свинец. Пока мы оставляем его здесь. И медь, и свинец. Так. Медь и свинец оставим здесь. Еще бутылку воды здесь оставим на всякий пожарный на будущее. Хорошо, что мы еще можем сделать? Изготовитель тоже надо будет здесь делать, но для этого нам нужен комплект проводов, компьютерный чип и титана. Целая куча, так что... А, еще и аптечку надо. Так, пошли тогда за кварцем, опять за титаном. Нам нужно будет очень много титанов. И хочу запустить вот эту вот энергоячейку. Вот он вход, да? Это он? Шлюз. Шлюз для выхода. Так, что же хавает у нас вот этот самый энергоячейка? Она и хавает все подряд, да? Чё не дашь? Чё не дашь, все схавает. Вот даже вот этот кислотный гриб, она вообще в легкую захавает. Я уже точно знаю. И она довольно долго ее будет хавать, производя из этого энергии. Но мне пока энергии сильно не надо здесь, потому что у меня нету особо никаких... Вот изготовитель, да, вот запустить день, вот тут вот поставить, да? Вот с этой стороны, допустим, я поставлю изготовитель.
Титан я добавил, сейчас компьютерный чип и комплект проводов надо сделать будет. Так, а как они делаются? А, нужно все равно будет много меди, наверное, да? Сейчас по рецепту. Комплект проводов. Чертеж корпуса циклопа. Вот циклоп бы сделать, да? Тоже было бы неплохо, но это все в процессе. Водоочистительная станция. Еще одну штуку надо найти. Мотылек. Модификация станции. Стыковочная шахта. Вот это все... компоненты, которые мне надо найти, чтобы улучшить возможность, то есть больше чертежей, чтобы у меня было. Так, мне сейчас комплект проводов нужен быть. Это серебряная руда нужна. У меня серебряные руды, скорее всего, так много и нету, да? А на компьютерный чип серебряная руда тоже нужна. Короче, три нужно серебряной руды. Серебряную руду мы будем искать за водорослями. То есть дальше... что у меня с собой? Пусто? Нормально? Все нормально? Пошли искать за проводами. За проводами. За водорослями. Там есть такие красные кораллы. И вот в этих красных кораллах можно легко найти. Но там опасно. Там бродят всякие нехорошие твари. Там можно найти не только серебро, но и золото в больших количествах. Так. Так что давайте будем искать именно там. За проводами. За проводами, опять за проводами. Как раз именно за... за водорослями, вот за этими. Так, вот водоросли. Нам нужно за них заплыть, чтобы нас сталкер не зафигачил здесь. Не убил. Ну, высоко... враги наши высоко, по-моему, не поднимаются, так что на поверхности нам более-менее нормально. А вот когда придется спускаться вниз за этим серебром, вот там, да, темновато, в принципе, как-то туманно, хренно, а нет, все видно, вот. Где-то тут должны быть водоросли уже, нет, дальше чуть-чуть. Там и врагов дофигища. Так, ладно, будем медленными переплывками по мере возможности, да, спускаться вниз. Если я не умру, то будет все хорошо. Вон он летает этот. Ладно, плывем сюда вниз. Вот тут, вот они, красные водоросли. И, кстати, тут шаттл какой-то лежит. На него тоже можно будет подняться, но для этого нужно будет нам узнать кое-какие дополнительные рецепты. Кстати, надо быстрее этот... у меня воздуха не хватит на все, так что будем сейчас работать по-быстрому. Так, что я серебряную руду нашел? Дальше, дальше, дальше. Что еще? Где-то тут еще была, по-моему. Вот тут вот. Нет? Черт. Я их заблудился. Вон она. Воздуха мало. Все, понял. Титан. Короче, пошли наверх. Все нормально. Черт, я успею, не успею. Блин, я могу не успеть. Ай. Черт, воздух. Всплыл. Фу, повезло, мне повезло. Я буквально на секунду успел. И в результате этого я смог выжить. Ладно, пошли вниз еще раз. Ночью, блин, как назло ночью получилось у нас это плавание. Не хотел я ночью это все делать. Батарейка кончается. У меня есть запасная. Ладно, нормально все. Сейчас серебро самое главное набрать. И вот это вот стыковочный комплекс еще. Вот это вот уже съедобное, нет? Медная руда. Кто-то кусается. Вон они летают тут, гады. Черт, батарейку поменять. Ой, что я сделал? Я выбросил, блин, батарейку. Зачем? Вот это я глупо поступил, конечно же. В темноте. Черт, я батарейку выбросил. Надо все-таки дожидаться, когда будет светло. Здесь светло будет никогда. Фу, придется ждать утра, что ли? Я не знаю, как тут иначе вести себя. Потому что, ну, просто вот ничего не сделаешь. Я батарейку взял, выбросил. Зачем, спрашивается? Батарейка. Как ее поставить-то просто так?
кислотный гриб, две штуки надо. В принципе, у меня есть материал для батарейки, но я опять не солоно нахлебавши уйду отсюда. Не получилось у меня. Глупо я себя повел. Конечно, я еще не привык к тому, чтобы правильно ставить батарейки. Я просто взял и выкинул ее. Блин. Ну, я думаю, что я ее не сильно потеряю, потому что она будет здесь лежать, а я, может, когда вернусь сюда, смогу ее обнаружить в свое время, да? Сейчас кислотных грибов насобираем и подготовимся немножко. Постепенно, не торопясь. Теперь у нас база уже основана. Далековато, конечно же, вот до с этой стороны. Может быть, все-таки с другой стороны пойдем. Вода у меня есть. Неси, все нормально. Так, вот эту штуку я хотел поставить. Я ее поставлю, короче, недалеко, чтобы точно знать, где у меня база. Я ее под базу прям засуну, чтобы не теряться в будущем. Такая мини-база у нас здесь еще не подготовлена, но тем не менее уже база какая-то. Вот здесь вот. Пускай она будет вот так вот. Вот он, М1, он и будет отмечать у меня, где находится у меня база. Так. А он, в принципе, рядом находится с моим шаттлом. Ничего такого сверх. Естественно. Так. Подожди. Нам нужно сейчас серебра больше, да? Черт. Образец коралловой плиты и кварц нужен. Ну, кварц был здесь. Образец коралловой плиты и кварц. Кварца можно побольше взять. Коралловая плита, вот она. Все. Так, сделаем. То, что нам нужно было. Компьютерный чип. И сейчас еще два серебряных надо для того, чтобы... Еще батарейку, кстати, можно... Нужно будет сейчас сделать, пока наступило утро только что. Сейчас поменяю батарейку. Надо вспомнить, как она все-таки меняется. А то, блин, получается как-то странно у меня все. Заменить батарейку. Так, батарейка. Может быть, как-то в инструменте надо... Фонарик. А как батарейку поставить? Экипировать. А, подожди, берешь этот и нажимаешь на R. Все, вспомнил. Как же глупо, а. Пошли. Пошли дальше. Так. Че, опять вечер начался? Только что утро было. Че за фигня? Нам нужно серебро. Пойдем искать батарейку или можно сразу и батарейку поискать. И далековато, ну ничего. Попробуем сейчас в ту сторону опять сходить, откуда я пришел. Не будем торопиться, будем действовать медленно, постепенно и связно, так скажу я вам. Так, что нам тут еще надо будет? Строитель нам будет не нужен, сварщик не нужен. Нам нужен будет фонарик, глайдер нам будет не нужен. Так что глайдер даже не будем... пытаться применить. Вот это что такое? Сигнал. А с чем связан сигнал? У меня, кстати, вода кончается. Все нормально. Все, утро наступает. Отлично. Сейчас утром будет более понятно, как где что там лежит. И, может быть, даже не понадобится мне батарейка, этот фонарик. Чтобы поднять эту батарейку, которую я потерял. Серебряной руды нам не надо, две штуки. Так что куча чего надо, но мы будем просто собирать потихонечку. Раз собираем, раз возвращаемся. Раз собираем, раз возвращаемся. Так будет, мне кажется, более безопасно. И я останусь хотя бы, по крайней мере, живой в таком отношении. Не буду умирать часто. Вот, по крайней мере, мне так кажется, что так будет правильно. Вот, вот сюда вот идем. Надо поближе все-таки подняться, спуститься, вернее. На одном уровне. Во, вот сюда вот. Давай, давай. Там какой-то шаттл валяется. Разбитый. Может, там что-нибудь можно еще... какие-нибудь
рецепт изучить, а? Вот вон он, тварь. Вот этот гад может меня убить. Во, вот эту вот, давай, вот эту вот разучаем сразу. Собираем, естественно, кислород. Ой, кислород, говорю. Золото. Золото, ладно. Гравипушка. Второй, вторая, треть гравипушки мы сделали. Так, сейчас давай ищем еще. Да давай мне серебра, мне нафиг свинец нужен. 20 секунд. Вон она. Давай, 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 собираем ее. Гравипушка. Да. Теперь у меня есть гравипушка. Что она, интересно, дает мне? Я, наверное, ей могу вообще... О, нет, 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 я не успел. Как глупо. Ой, как глупо, а, как глупо. Блин, как глупо. Черт, глупо. А, ну, я собрал гравипушку. Я собрал гравипушку, она у меня есть. Да, рецепт гравипушки, давай посмотрим. О, да. Эмоции шкалят. Вот она, гравипушка. Компонент, расширенный комплект проводки, батарейка и гравипушка помещает объект и по гравитационному полю, чтобы притягивать и отталкивать их. А, можно отталкивать, да? Вот этих вот врагов, а можно притягивать. Скорее всего, это так. Ну, пока еще не знаю, но ладно, будем знать примерно, как и что. Хорошо, пошли, короче. Еще одна попытка. Опять же туда. Не, давай лучше в ту сторону, пофиг. Потеряли батарейку и потеряли, а зато у меня здесь будет поближе все-таки найти серебро. Я думаю, что это будет более... не так глубоко падать. Ну, конечно, в этот шаттл, который там внизу находится, надо будет сплавать, посмотреть. Какие там фишки есть. Может, что-нибудь найдем там внутри. Здесь, по-моему, ничего нету, да? Компоненты будем искать дальше. Водоросли, водоросли. Ну, в принципе, и здесь не ближе, эти водоросли, да? Далековато. С той стороны и с другой. Если пересоздать мир, может быть, где-то поближе они были. Может быть, были бы, а может быть, и не были бы. Так, места много. Давайте все-таки докончим то, что начали. Сделаем. Комплект проводов, чтобы чтобы уже закончить свой прибор именно на нашем уже. А что-то далеко вообще нету, я не вижу. Тут их два летает, нифига себе. Они кучками. Кстати, я нашел, похоже, это. Вот здесь красная руда есть. Красные кораллы. Может быть, тут и будем искать. Как-то я не шибко вижу. Вот эти враги-то тут лежат. Черт. Где же искать-то, а? Как глубоко, а, я утонул. Утонул. Здесь глубоко плавать. Еще глубже, чем там. Может быть, лучше там все-таки было искать. Ладно, будем искать здесь. В мере возможностей. Ладно, пошли, 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 пошли. Вперед, вперед, вперед. Нас ждет новые приключения внизу. Не очень глубоко, но... Как не глубоко? Как это не глубоко? Еще как глубоко. Нет, тут нету никаких. Нету их тут нифига. Черт. Зря я в эту сторону пошел. Ну, давайте тогда хотя бы попробуем пособирать эти здесь. Водосточная станция. Я ее закончил. Класс. Фрагмент мотылька. О! Ты че, меня чуть не убил? Мотылька, два из пяти. А кто такой мотылек? Это тоже какой-то плавательный. Ох, как классно он меня покацал, покоцал. Давай, давай, успевай, 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 успевай. Дружище, ну давай же, ну 30 секунд, 20 секунд. Успей, 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 успей. Знаю, успей, успей, успей. Все получится. Фу. Так, ладно, короче, мы изучили еще один рецептик. И скоро нас ждут еще новые приключения. Давайте подальше тогда пойдем. Как-то я думал, что быстрее я тут найду. А оказалось намного дальше. Пока идет день, надо все это искать. Потом будет темно, будет ночь, и
все это нахрен не найдешь. Сто метров нафиг. О, тут еще враги в больших количествах. Ай, ай, сейчас он укусит меня. Ай, давай вот эту хотя бы одну заберем. Черт. Меч. Твою мать, меч. Всего лишь медь. Нет, серебряную люблю, я взял. Ай, кусается. Не догонит, не догонит, не догонит. А, как больно. Еще одну руду нам надо будет собрать. Глубоко, скажу я вам, глубоко здесь. Все-таки надо было немножко подальше отплыть, наверное. Получается. Черт. Давай, может быть, еще тогда одну аптечку применим. Куда деваться? Долго у нас сегодня путешествие за серебром идет. Ну, значит, нам нужен не только титан, но еще и серебро в больших количествах. О, тут глубина-то тоже не ахти, не самая маленькая. 100 метров. Не, короче, я, наверное, буду искать не здесь. Как-то тут очень глубоко. Невероятно глубоко. Надо искать серебро. Мне одна серебряная руда нужна, чтобы закончить уже сегодня, уже точно с нашим аппаратиком. Комплект проводов зафигачить и все. И с этим будет покончено у нас. А что там такое за... Там айсберг? Эй, это что там айсберг? Я первый раз такое вижу. Ну-ка, пошли туда. Для меня это удивление. Что такое? Ого. Офигеть, это что там такое? Это типа айсберга что-то. Ух ты! Блин, я что-то нашел, смотри. Еще надо один маяк сюда поставить, на этот айсберг. Кстати, может быть, на нем можно построить дом какой-нибудь? Наружный. О! Ну-ка, пошли доплывем. Одновременное строительство и все остальное. Нифига. Это не айсберг, это просто типа острова какого-то. Мимо острова Буяна. Царство славного Салтана. Вспоминается просто. Стихи. Вау. Нифига себе. Насколько он расстояние довольно далеко, да? От моего места. И, кстати, тут много этих. Нифига себе, прикольно. Может, что-то найду еще новое интересное тут, а? В этих горах. Вот это что такое? Нет, показалось ничего. Это текстурно все. Воу, смотри, там какая-то... Какое-то отверстие. Туда в него можно залезть? Ух ты! Новые рыбки! Рыбка, рыбка, рыбка. Рыбка, рыбка. Энергопередатчик. Фрагмент двигателя циклопа. Ищи. О, кто это? Маленький, зараза. Ох. Здесь тоже можно что-то найти, значит. Вот туда как-нибудь забраться. Нет? Никак? Наверху я там видел. О, еще один фрагмент. Ну-ка, давай. Терраформа. Ох, как удачно мы сегодня заплыли сюда. Серебра я здесь не вижу явно. Явно тут серебра нет. Ну-ка, а вот тут вот в горах какой интересный металл. Ну, скорее всего... Золото? Не кусайте меня. Опять золото. Тут золото, тут очень много золота. Серебро. Алмаз! Я нашел алмаз, ребята! Ух ты! Нифига, сегодня повезло-то мне как! Я нашел алмаз. Золото. Да что, серебра-то нету совсем, что ли? Вот эту соберу. А это что такое? Ничего. Понял? Понял, понял. Мотылек. Модификационная станция мотылек.
Ты смотри-ка, что я тут могу найти. Мы сюда еще можем поплавать. Остров, остров. Еще один. Второй, третий. Вторая, треть. Так, вон там еще что-то есть. Да, я заплыл тут удачно. Вообще удачно. Рецептики эти. Двигатель циклоп. Все, класс. Две третьих уже сделано. А, интересно, вот с этого вот... Золото. Да блин, да где же серебро-то, елки? Тут, наверное, серебра не бывает, да? Тут только есть золото, скорее всего. Посмотрим. Да, одно золото. Ну, золото нам тоже когда-нибудь пригодится. Это что, соль? А почему она... Литий. Ух ты, я нашел литий. Ох, блин. Кто? Большой, маленький. Кто меня укусил? Алмаз еще один. Это кто был большой? Вот вон она, маленькая рыбка. Падла. Давай с ней сразимся. А, получила. Я ее не убил. Мимо острова Буяна, царство славного Салтана. Удачное место, а? Золото. Ох, сколько золота. Сколько золота, ребята. Мне кажется, золото заранее насобирать, его никогда много не будет. Плыли, плыли мы и доплыли неожиданно до острова. Кто бы мог подумать. Золото.